Кто поздно ложится, тот поздно встает. 7 марта, 11:15, моя вода. 12:30, а у нас только завтрак. И на завтрак вчерашний, ну, очень вкусный салатик с яйцом, крабовой палочкой, огурчиком, перчиком, яблочком, кукурузкой, луком маринованным и майонезом. 12:30, моя вода. 16:15, у нас обед. А на обед у нас, наконец-то, салат из капусты со сметаной. Я его так давно хотела. И известная вам каша. Гречнево-рисовая. Серьезно? Да, гречнево-рисовая каша. Сейчас будешь комментировать. Без 27. Вода. 7 часов, мы в театре. Ну, как не по десертику не съесть-то, да, Викуль? А на ужин у меня сегодня суши. Просто потому, что у меня моя подруга Вика, и мы решили сделать суши вечер. Ура! Маша сама сказала ее не снимать, поэтому я ее не упомянула. Вообще она тоже с мамой. Сейчас 10:30. Суши я могу есть каждый день 3 раза, а то и 4 в день. В общем, это самое мое любимое блюдо. Суши я люблю. Час спустя. Как же без этого замечательного фрукта можно закончить вечер? А никак. Полвторого ночи. Вы спрашивали, ем я ли я всякую каку, гадость. Это кока-кола, собственно, персоны. Ну, не просто, а еще и с коньячком. Подписывайся на канал В. Виктория. Всем доброе утро. 8 марта. Девочек, всех с праздником. Прошедшим уже для вас. А у меня стакан воды без 20:11. А у нас завтрак. 12:15, правда, но у нас с Машей завтрак. А на завтрак у нас картошечка-пюре, пару кусочков филейки куриной и буряк с маслом. Вернее, свекла, извините. Не все понимают, что такое буряк. Это мой живот. К 12:15. Короче, это свекла сырая, посоленная и помасленная оливковым маслом. 2 часа дня, моя водичка. 16:10, у меня неправильная еда, потому что сегодня праздник, и у нас сабантуй вот тут тренерским составом. Да. Это вот оливки, это вот какой-то зеленый сыр, колбаса, еще какой-то сыр. Нет, он не с плесенью, это что? Это новинка. Ну, в общем, начинаем кушать гадость. А тут какое-то вино, я думаю, да? Да. Чай. Домашний. Чай домашний. 7 часов вечера я у мамулечки. С 8 марта всех прошедшим. Мой стаканчик прошедшим. Ну, когда видео выйдет, уже для всех прошедшим. Для меня настоящим, а для всех прошедшим. И сегодня будем мы кушать, у нас застолье. Сегодня будем много всего кушать. Это икра толстолоба. Это кто? Курица? Это, да. Курица. Это рыба. Это какое-то... Салат с этими, с киви. С курицей и киви. Это плов. Это капуста. Это оливье. Я сегодня умру, наверное. А, еще картошка у Маши. А, вот она. А кто может съесть шоколадку сразу после ужина? Викочка. Потому что Викочка хорошо себя вела. Целых неделю, наверное. Или когда там... Вы, наверное, я давно вообще не ела шоколадку. И ты тоже. Нет, ты, конечно, наверное, чаще ешь шоколад. Ну, короче, захотелось мне сегодня шоколад. А она вот еще и перед носом лежит. Буду есть. Ой. Она белая. Я даже дала черную, видите, она белая. Она сверху. А, она двойная. Я не пробовала то, что я привозила. Не пробовала? Что? Я Саша мне такую купила. А что ты привозила? Попробуй бельгийский. Маша забрала. Так что вот такой у меня шоколад. Можно, вкусная, говорит.